Всем доброго времени суток. Так как я уже 3 дня пытаюсь убежать от ноля, уже убегал и с воблерами, и с джигом, и с микрухой, и всякое разное, ничего не помогает. Поэтому сегодня я решил маленько помормышить. Может, хоть какую-нибудь рыбку да поймаю. Приехал я снова на свою вот эту речушку и попробую хоть чего-нибудь, правда, что поймать. А то что-то совсем тоскливо. Октябрь у нас какой-то странный. Сегодня 25 число. Снег пару раз тут что-то пытался выпасть. Но все тишина. Рыба в коматозе. Вода мутная. Короче, полный бардак. Ладно, будем пробовать чего-нибудь словить. То есть речка опять как вымерла. Что надо, непонятно. Погодка сегодня отличная. Такое ощущение, что не 25 октября, а где-то начало сентября. Но уже сделал раз 10, наверное, забросов. Так, ни одного стука. Хотя местечко это всегда окунем радовало. Такое ощущение, что рыбы нет вообще. Даже мелкого окуня. Куда что делось, не ясно. Но сейчас здесь еще немножко половлю, если ничего, попробую пройти дальше. Поставил мормышку 0,7 грамма, чтобы поближе ко дну шла. Сегодня у нас фарио НТ Морм С, который до 2 грамм. Катушка все та же. Шимано Саара BB 2000 ПГСС. Ну и мормышки приманки в ассортименте, как говорится. Поставил ларвочку для начала. Глянем, как она обычно срабатывает. Будем играть с силиконом. На что-то-то все равно должен среагировать. Туда закину и меняем силиконку. Так, сейчас вроде была поклевочка такая, что-то за хвостик дергал. Знаешь, такой нюх здесь есть. Почему клевать не хочет? Уменьшится маленько. Так. Попробуем мотыля. Может, на мотыля что-то у нас удастся выловить. Ставлю подлиннее пока. Ну что, в коем-то веке поймал я супер окуня. Ну хоть от ноля ушел. Поставил 2-граммовую мормышку и беленький полярис. И в результате вот такой вот, хоть один, и то ладно. Вот на такой вот бело-розовый какой-то полярис клюнул. То ли окунь под вечер активизировался, то ли в приманку попал. Сейчас попробуем еще. Так, в коем-то веке вроде кто-то клюнул. Эх, это был шнурок. Он до сих пор балдеет. Срезал.
Что ж ты, ё-моё, блин. Так. Ещё окунёк. А, кроулич. Поймал. Шарик. Можно покрупнее маленько. Пускай бежит. Вот нашел уже местечко. Уже два кушарика поймал. Один выход был тут под берегом. Что-то не стал клевать. Ага. Ох, кушарик. Поднять-то. Опа. О. Уже куда не шло. Все, кроулич. Сегодня рыбалку сделал. На агрессивном таком подергивании, на подбросах. Больше микроджиговая проводка. Окушарик. Этот наворот Константина.